Губернатор Приморья Олег Кожемяка поздравил с официальным вступлением в должность генерального консула Республики Индия во Владивостоке Сиддартха Гуарава. Искренне хочу поздравить вас с официальным вступлением в должность генерального консула Республики Индии во Владивостоке. Хочу пожелать вам успешной работы, плодотворной в развитии наших двусторонних отношений, которые исторически были тесными и теплыми между Приморским краем и Республикой Индии на протяжении многих десятилетий. Он добавил, что нашу страну и, в частности, Приморский край с Индией связывают давние дружеские отношения. Предыдущие годы советские здесь успешно проходили практику и адаптацию многие офицеры из Республики Индии на наших подводных лодках. Конечно, это те культурные связи, которые исторически были между нашими народами, и торговые отношения. Здесь в полном объеме была представлена продукция из Индии. В целом, я думаю, что направление туризма – это тоже одно из перспективных направлений, которое было бы интересно жителям нашей страны. Интересно жителям, наверное, Индии побывать здесь. На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Приморским краем и Республикой Индия в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и промышленности, а также развитие гуманитарных связей между территориями. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.